Сейчас ей 37, и она недавно стала во второй раз мамой. Вышла замуж за советника Рамзана Кадырова, молодого и красивого бизнесмена, и теперь счастлива с ним в браке. Наша героиня не забывает и отца, которому обязана своей славой и карьерой. Мужчина умер в тюрьме от передозировки запрещенными препаратами. Как сложилась судьба Кэти Топури и как сейчас выглядят ее подросшие дети? Она бросила институт, когда ей предложили стать участницей группы А-Студио. А все дело было в том, что этот набирающий популярность коллектив приехал на гастроли в Тбилиси, и продюсер Кэти предложил ее кандидатуру на замену солистки Полины Гриф. Так 19-летняя девушка из солнечной Грузии начала свою мега-популярную карьеру. Ведь теперь ее имя знает весь мир, а гастрольный график по всему земному шару расписан на год вперед. Красивая, талантливая и успешная. К своим 37 годам Кэти Топури не смогла стать ни заслуженной, ни народной артисткой России. В отличие от Алсу, певицы Жасмин и Зары, у последней, кстати, даже есть медаль участника боевых действий в Сирии. Наша героиня больше посвятила себя поиску личного счастья. Брак с первым мужем был недолгим. Именно Лев Глейхман подарил Кэти радость и счастье стать мамой. В любви у них родилась дочь Оливия, и девочке сейчас 8 лет. А вот младшему Адаму только 2 года. Будучи на последних неделях беременности, Кэти скромно вышла замуж за отца своего сына. Ее избранником стал бизнесмен Лев Деньгов, которого на самом деле зовут Павел Гузбанд. Это для конспирации он выбрал для себя звонкое и запоминающееся имя. А дело в том, что он решает внешнеполитические вопросы, являясь переговорщиком в острых конфликтах на Востоке. У него есть охрана, и он, кстати, очень сильно боится за свою семью. Ведь недоброжелателей у советника Кадырова хватает. Только одно огорчает невероятно талантливую солистку А-Студио. Ее отец, криминальный авторитет, не успел увидеть внуков. Он умер в тюрьме от передозировки или проблемами с сердцем, о чем средства массовой информации спорят до сих пор. А как вы считаете, отец просто помог талантливой дочери пробиться на сцену? Или Кэти сама смогла бы рано или поздно стать известной певицей?